Еще одна громкая новость пришла сегодня. К вам вопрос на засыпку. Вот как вы думаете, что общего у Пушкина и Обамы? Нет, не то, что вы сейчас подумали, а фраза, оказывается, про сукиного сына. Только Пушкин сам ее про себя произнес, когда радовался, а про Обаму так сказал президент Филиппин. Причем совсем не в качестве комплимента это сделал. Родриго Дутерте таким образом прокомментировал заявление Обамы, которое касалось методов борьбы с наркоторговцами на Филиппинах. Там уже погибли 2000 человек. В стране идет настоящая война вот с этими самыми наркоторговцами. Но Дутерте и заявил, мол, не вашего это ума, и произнес те самые обидные слова. Ну и совсем скоро на саммите АСЕАН в Лаосе Дутерте сможет сказать эту фразу Обаме в лицо. У них запланирована личная встреча.